Рассмотрим условное изображение резьбы. Загрузим ранее созданную модель детали. Покажем ее в размер экрана. На панели переключения выберем элементы оформления. И ниже выберем инструмент «Условное изображение резьбы». На панели свойств выберем и отметим на модели «Базовый объект». Начальную границу. Конечную границу. Шаг резьбы. Условное изображение создано. Покажем ось деталей. А теперь создадим чертеж из 3D-модели. На панели свойств выберем вид снизу. Масштаб 2,5:1. Отображаемые линии и объекты. Выберем привязки. И проведем осевую линию. Условное изображение резьбы создано.